Народ, всем привет! Давненечко я вам ничего не показывал про ремонты. Занимаюсь крафтером. Вот, ему сделал задние двери и уже открасил и собрал. Также делаю боковины, бока, короче, шпаклюю, чуть-чуть рихтую, снова шпаклюю, тру, затираю. Ну и сейчас я хочу разобрать ему холодильник. Начал разбирать холодильник. На холодильник сейчас работы, короче, не особо. Вот. И хочу разобрать, чтобы грузить длинномеры. Примерно там 4, 5, 6-метровые длиной. На это сейчас работа есть, спрос есть. А по холодильнику работы практически нету. Вот. И разбираю всю обшивку. Сейчас все покажу подробно. Так, ну вот, покажу двери задние, что я с ними сделал. А сделал я им вот такую вот косметику. Если вы помните, в каком они состоянии были в убитом ужасном, то сейчас они стали вот такие. Открасил полностью. Хотел сначала половину сделать двери, открасить, верхушку не трогать. Но верхушечку тоже зацепил, потому что там были зайчики. Здесь зайчик, там зайчик. Где красный дополнительный стоп-сигнал, там, где он прикручивается болтами. Там, короче, была сильная коррозия под краской. В общем, все заодно зацепил и там тоже сделал. Ну и не соответственно вот эту вот. Где номерная рамка была вся ужасная, вот такая кривая, корявая, побитая, изогнутая. Отстучал, отшпаклевал. Ну и, соответственно, уже причепудил рамочку. Рамочку уже все с подсветкой полностью установил. Подсветочка работает. Светодиодная подсветочка. Где-то у меня есть видос. Какие сюда лампочки я ставил, там найдете в плейлисте где-то. В общем, сейчас красиво смотрит, полностью номерной знак освещает. Крепление рамки под номерной знак на кузове такие квадратные, заводские. И туда вставляются клипсы. Клипсы новые поставил, чтобы нормально рамку причепурить конкретно. В общем, и соответственно теперь там коррозия гнить. В креплении кузова вот это квадратное отверстие под клипсу, естественно, тоже сейчас там все пучком идеально сделано. Вот. И вторую сторону половинки двери также все отстучал, сделал, открасил, замок на ручке сделал. Но единственное, у меня сейчас с центрального замка закрывается замок, но с личинки не закрывает, потому что тут нету штанги от личинки на замок. Штанги нету, потерянная, не могу нигде найти, поэтому сейчас только с центрального открывается, закрывается. Вот этот угол был здесь замятый, кто-то, видать, сдавал неаккуратно задом, и, короче, угол был замятый. Вот здесь я насколько смог вытянул. Сколько смог? 1,5 сантиметра смог вытянуть. Угол был замятый. Соответственно, поэтому фонарь у меня ровно не садился. Эта сторона была сюда, ушедшая. А эта сторона сюда выпирала фонаря. Ну, сейчас тут все ровненько должно быть. И, ну, короче, здесь замятость. Я с ним ничего не буду делать. Пусть так будет. Оно все равно здесь закрывается пластиком. Как есть, так есть. Просто единственное то, что вот этот уголок на 1,5 сантиметра я вытащил сюда. Сейчас дверь более-менее стала хорошенечко закрываться. Вот общий вид картины сейчас такой. Пока он не отполированный, просто залитый лаком. И, короче, сейчас сушится лак. Стоит несколько дней. Здесь обшивки уже прикрутил, причепурил. Здесь их не было. Соответственно, с этой стороны тоже обшивку причепурил. Здесь ее тоже не было. И разбираю холодильник, обшивку.
Вот лист один уже открутил. Сейчас здесь все пооткручиваю. Пока установку эту оставлю, трогать не буду. Пусть она пока висит. Только шланги уберу в сторону. Вот эту перегородку здесь откручу. И, соответственно, с салона заводскую черную перегородку сейчас тоже откручу. Здесь сиденье уберу. И вот эта вот перегородка. Ее сниму. Вот, и тогда буду грузить длинномеры. Сейчас я еще не знаю, как она здесь причепорена, потому что это была переделка. Где-то она может быть на саморезе, где-то приваренная. Если приварена, значит отрежу. Если на саморезе, значит откручу. В общем, такой план работы по крафтеру. Колесо спускать надо закачать. Давление туда в колесо. И вот эта боковина. Вот, тоже ее начал делать. Где-то зайчики. Где-то, короче, ржа. Очень сильно ржавеет железо. Моментально ржавеет. Любой скол по краске. Пару месяцев, полгода коррозия развивается, уходит под краску, под грунт, в металл. И там вот так паутинкой, жучком коррозия расходится. Вот такие маленькие сколы. Через полгода железно дают коррозию. Вот это вот вся сторона. Вот, видите? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все были жучки с коррозией. Вот. Короче, зачистил все. Это затампонил кислотным грунтом. С баллончика не распылял. Много уходит с баллончика краски. Расход с баллончика, если пшикать, так быстро заканчивается. А так, если тампонить, то расход, естественно, растянется одного баллона на всю машину, короче. Ну и вот тут по арочке есть зайчики. Вот здесь вот этот сапожок чуть-чуть вверх рихтанул. Тут была коррозия, зачистил. Сейчас стекловолокно. И вот тут вот порог донкратами замятый. Машину поднимаю, донкратами замятый. Надо вот этот порог сапожок вытянуть. Вниз дернуть. Вот, доделать все это нужно. Ну и там, короче, дальше. Вот так вот по всей боковине все зайчики. Надо ликвидировать, чтобы он был красивый, а не вот такой вот плавающий. В общем, занимаюсь этими делами. Ну, в принципе, двери нормально получились. Вот тут вообще все идеально вышло. Зайцев нету. И все контуры тоже повторяются. Нормально. Вот это тоже планка номерная. Рамочка тоже хорошо получилась. В принципе, я доволен. Сильно, конечно, здесь идеально заморачиваться не стоит, потому как это все-таки коммерчески. По-любому где-то что-то ты зацепишь, ударишь, поцарапаешь, помнешь. Так, чтобы основная картинка более-менее достаточно красиво выглядела. Ну и качественно тоже, чтобы было здесь. Пойдет, короче, я доволен. Так, ну вот, ободрал уже утеплитель. Здесь просто этот целлофан-подложка. И вот здесь он обшитый к USB-шкой. USB-шка на шурупы саморезы прикрученная туда к каркасу. Сейчас я раскручу ее, все эти шурупы выкручу. Сниму эти щиты, листы. И там он пенопласт нужно будет вот убрать, выкопать.
И тогда я доберусь до внутренней стенки этой заводской перегородки. Посмотрю, как она здесь закреплена. Все, пацаны, снял весь пенопласт и все перегородки. Здесь была деревянная обрешетка. И раскрутил вот такие вот болты, шурупы-саморезы, которые держат вот саму вот эту перегородку заводскую. Вот здесь они были закручены по самому верху. Вот там, короче, по крыше. Вот здесь эти крепления были. В принципе, место было залезть сюда, доступ. Вон Г-образным вот таким вот тораксом подлез туда, открутил. Изнутри все уже раскрутил, остается только там из салона раскрутить все. Так, и вот здесь из салона точно так же. Вот они, эти шурупы, которые нижнюю кромку держат перегородки к этой фанере пола. Ну а здесь вот эти вот я раскручу еще, вот эти стойки. И все, в принципе, болгаркой здесь ничего не надо резать на сварку. Слава богу, что никто не додумался посадить. А чисто вот так вот, короче, она... Чисто так она прикручена, но это и хорошо. Но если бы сварка была, то было бы немножко попроблемнее, то что надо было бы резать. А так я просто эти распорки, вот эти усилительные, сниму, раскручу. Они вон там на таких, да, вот, саморезах, шурупах крепятся. И будет отлично. И все. И все, я эту перегородку, считай, что убрал. Вот, пацаны, сейчас я эту перегородку сниму. Будем работать по тяжелой. Вообще, короче, по тяжелой будем работать. И могу, пацаны, грузить длинномеры. А большого объема, считай, добавится. Короче, здесь достаточно кубов. Кубов здесь добавится достаточно, а то ни к селу, ни к городу. Там получается 2,80 длина на 1,90 высота. А сюда еще получится метр, сколько это здесь, 1,70 плюс еще 1,70 примерно тогда, 1,80 плюс еще 1,80 длины добавится. Ну и нормально будет, вполне. Вполне можно будет хорошо работать. Так, ну что, последние штришки осталось. Выбить ее. Я уже сам эти распорки железные раскрутил. Тут не доверяю. Здесь не дает. Все. Единственное, пока тут эти шланги будут висеть, ну я их в скором времени что-то решу, короче, что с ними делать.
Вот так и хорошо. Вот так и хорошо. Ой, блин, сколько места. Целый вагон места получается. Великолепно. Очень великолепно. Ну вот, совершенно другое теперь дело. Длина общая получается отсюда до самого начала торпеда 5.40, да? 5.40 получается. Великолепно. Пятиметровку загрузил, 4 метра. Идеально просто. Ну все. Я доволен. Поработаем. Все, ребятушки. Разобрал перегородочку. Холодильника теперь нету, ну и бог с ним, в любое время я могу снова поставить перегородочку, я также могу этот холодильничек снова и собрать, если он понадобится. Так что пока на этом все, пока. Так, ребята, ну вот, что я имел и в виду, для этого я вот и разобрал холодильник перегородку, чтобы грузить вот такие вот длинные вещи. От торпеда вот так вот, да, в упор туда и до дверей, ну там сколько, 50 сантиметров торчит, 6 метров. Вот такую длину, вот такие палки 6-метровые загрузил и все, и доволен. Да, здесь, ну сколько вот так торчит, 50 сантиметров, и все, и нормалек, и можно работать спокойно. А здесь вот такая вот тундра стоит, наверное, продается. Налог 20 000, объем 5,7, купи меня. Мой хозяин полюбил другую, я, наверное, надежная машинка, никогда не подводил, не могу смотреть на измену. Вот его телефон. То на тундру 20 000 налог. Ну, не знаю, вот там телефон кого интересует. Продам. Тоже, короче говоря, можно грузить в тундру. Тундра большая машина, хорошая. Вот такой багажник. Ох, какой газовый здесь баллон у него. Литров на 200-250, наверное. Мощный. Да. Такую можно прикупить. Ну и эта корова тоже неплохая. Все, погнали работать. Я не знаю, сколько она стоит. Может и дорогая, может быть и недорогая. В обслуживании? Да, сейчас все дорого, дешевого нет ничего. Да, и тоже металлы, и все, что хочешь, грузи. И мешки с цементом.